Кишиневе погиб один из ведущих шахматистов Молдовы. 40-летний гроссмейстер Дмитрий Светушкин выпал из окна своей квартиры на 6-м этаже в доме по улице Албишуара. По данным полиции, предсмертной записки мужчина не оставил. Дмитрий Светушкин проживал в квартире вместе с матерью. Женщина рассказала, что у них с сыном не было конфликтов. Открыто уголовное дело. Полиция расследует обстоятельства трагедии. Дмитрий Светушкин становился чемпионом Молдовы, представлял нашу страну на всемирных шахматных олимпиадах, играл за нее и был одним из тренеров.